Поколение, прошедшее тяжелейшие испытания. Поколение великих тружеников, созидателей и творцов. Поколение, сохранившее веру и традиции отцов. Поколение, благодаря которому мы не потеряли свою самобытность, язык и культуру бухарских евреев. Но более всего беспокоило меня здоровье дорогих моему сердцу стариков. Я видел в глазок своей камеры следы тяжелой трудовой жизни и пришедших им на смену болезням и физическим недугам. Каждый раз, покидая дом Бориса Ранбаева, я искренне желал здоровья его родителям и торопился еще при их жизни сделать фильм. Но, увы, этому не суждено было случиться. На 83-м году жизни ушла в мир иной народная любимица бухарских евреев, уроженка города Самарканда и бывшая жительница квартала Восток, незабвенная Завулунова Аранбаева Мафрат Банфрихо Юсеф. Ее похороны и прошедшие поминальные вечера семейки 30 дней стали свидетелями огромного уважения, почитания и народной любви к памяти этой маленькой, хрупкой, но поистине прекрасной и великой женщины. Ресторан Микеле Палас в Квинсе, в котором проходили поминальные вечера, не мог вместить всех желающих. И все же тысячи людей в Америке, Израиле, Узбекистане и других странах, узнав о смерти Мафрат, находили формы и способы выражения, передать соболезнования Емельхая Байва и его детям. На вечерах Юшво в память Мафрат Завулунова Аранбаева люди с теплотой вспоминали эту мудрую и сильную женщину, жизнь которой прошла у них перед глазами. Вспоминали ее дом, который был открыт для любого страждущего и нуждающегося. Вспоминали ее действия и поступки в разное время. Годы военные, голодные, мирные и годы эмиграции. На поминальных вечерах выступали известные общественные и религиозные деятели, артисты, певцы, музыканты и журналисты. Чтобы понять истоки народной любви Мафрата Ранбаева, необходимо шаг за шагом воспроизвести пройденные с самого начала. Первая мировая война и Октябрьский переворот в Российской империи предопределили судьбу бухарского императора и всего Туркестана в целости. С приходом советской власти и установление диктатуры пролетариата в Средней Азии, столицей новоиспеченной Узбекской республики стал город Самарканд.
национализировала банки и предприятия. У богатых людей отбирали дома, землю, золото и драгоценности. Несогласных сажали в тюрьмы, отправляли в лагеря или расстреливали. Также экспроприации подверглось имущество богатого рода евреев Завулуна, многие члены которого были сосланы в Сибирь или погибли в сталинских застенках. Вот в такое непростое время, а именно 15 марта 1929 года, в городе Самарканде родилась Мафра в семье Иосифа и Фарихо Завулуна. До нее на свет появился брат Даниэль, а после нее братья Миша, Авраш и Люша и сестренка Мира. Несмотря на человеческие и материальные потери, семья Иосифа и Фарихо Завулуна осталась верна еврейским традициям. В доме по пятницам зажигались свечи, соблюдался кашрут, суббота, все еврейские праздники, и главной книгой являлась Тора. Важными вещами в доме Завулуновых считались саббата, знание и труд. Несмотря на то, что семья Данинки была ограблена чекистами, Иосиф и Фарихо не унывали. Открыли мясную лавку и торговали мясом. Двери их гостеприимного дома были всегда открыты. Любой человек мог найти себе здесь уют и тепло, доброе слово и мудрый совет, материальную поддержку, соучастие и помощь. С ранних лет Мафрат познала цену труду и хлебу, человеческой доброте и взаимопомощи. Она хорошо училась в школе. Помогала родителям по хозяйству. Возилась с младшими братишками и сестренкой. За ее трудолюбие, доброту, любознательность и отзывчивость Мафрат обожали дома и любили в школе. Когда началась война с фашистской Германией, вся страна встала на борьбу с гитлеровскими захватчиками. Ушел на фронт старший брат Мафрат Даниэль. В тылу денно и нощно во имя победы трудились женщины, дети и старики. Семья и время сформировали характер Мафрата. Годы войны стали для нее настоящим университетом. Она получила главные уроки в своей жизни. Как рождается умение быть полезным и нужным. Как появляется желание трудиться на благо людей. Как быть достойной и счастливой вне зависимости от твоего материального положения и социального статуса. В 1945 году, в мае месяце, наступил долгожданный День Победы. Летело время, и Мафрат
превратилась в настоящую красавицу. Белокожая, с длинной черной косой, миндалевидным разрезом блестящих глаз, жемчужными белыми зубами и обаятельной улыбкой. Она вызывала восторг у жителей квартала Востока. Как-то на улице Таганской, где жила семья Зулун, Мафрат увидел молодой парень, который оказался троюродным братом и другом Мехтара. Парня звали Нуриэль Аранбай. Получив у соседей необходимую информацию о трудолюбивой и красивой девушке, он немедленно сообщил о ней своему другу Мерхаю. Мерхай никому ничего не сказал, инкогнито пошел посмотреть на девушку. Она ему очень понравилось. И вскоре в дом Завулуновых пришли сваты в лице Усто Завулунча Никталова и его жены Михал Арамбаева. И когда после сопутствующего Шеринкури традиционное соглашение состоялось, Мафрат и Мерхай впервые встретились. Между ними вспыхнуло большое, настоящее чувство. Они поняли, что созданы друг для друга. И в 1950 году, 1 сентября, в доме по адресу Баракская, 71, состоялась их свадьба, на которой играли великие музыканты своего времени Гавриил Балакандов и Михаил Алмазов. Молодая пара поселилась в доме родителей Мерхая, где началась супружеская жизнь новой семьи Арамбаев. За короткое время Мафрат и Мерхай превратились в единомышленников. Мерхай работал парикмахером, а Мафрат создавала семейный очаг. Экономно вела расходы по дому. И, став компаньоном своего отца, работала в мясной лавке. Господь подарил пятерых детей. Светлану, Шуру, Рафаэля, Бориса и Лену. Семья была большой, веселой и дружной. Мерхай и Мафрат привили детям чувство ответственности, трудолюбия и целеустремленности. В доме Аранбаев царил дух истинных человеческих ценностей. Порядок проведения еврейских праздников и чтения Торы формировало детское мировоззрение. Помощь родителям по дому и работе, а также учебу в школе, давали знания и понимание устройства человеческой жизни. Советские вожди, словно по очереди, экспериментировали над своим народом. Дороговизна, пустые магазины, низкие зарплаты, огромные очереди на товары первой необходимости были ежедневной действительностью миллионов людей. Запрет на проведение религиозных традиций и праздников был негласным законом партийных боссов и карательных органов.
невзирая на запреты советской власти, евреи Средней Азии следовали дорогой отцов, проводили обряды обрезания, Филин Панон, Лавайо, Хупы и многие-многие другие. Евреи самаркандского квартала «Восток» твердо знали, что всегда и в любое время смогут купить кошерное мясо у Бахрат Асов. А перед праздником Песах во дворе дома Арамбаева стояло столпотворение. Евреи Самарканда, а иногда и Ташкента, везли сюда. Ведь Мафрат и Дерхай, а также их дети, славились тем, что выпекали настоящую пасхальную мацу. А тебе понравилось? Сколько раз под угрозой ареста и в холод и зной Мафрат и Дерхай разным днем отправлялись на склон. Мафрат сказал, была? Для покупки быка или теленка, предназначенного для жителей еврейской Махали. Да. Сколько раз среди ночи и дня в их дом врывались чекисты и ничего не находили. Народ любил свою маленькую и смелую Мафрат и оповещал ее заранее о незваных визитерах. Люди восхищались фантастической энергией и работоспособности Мафрат. Ее день начинался еще до первых солнечных лучей. Нарубив и упаковав заказанное клиентами мясо, она отпускала ранних посетителей своей мясной лавки, а затем готовила обед и уходила на сербский рынок, где работала продавцом газированной воды. Зарядив свою тележку сиропом и льдом, она весь день, стоя на ногах, торговала водой под беспощадно палящим солнцем. В течение дня к маме на подмогу приходили дети, давая ему право пообедать и передохнуть. Летело время. Дети выросли. Каждый из них нашел свою половину. Мерхай и Мафрат сыграли 5 свадеб. Благодаря фотоархиву семьи Арамбаева мы можем увидеть эти радостные события большого семейства. Мафрат и Мерхай помогали своим детям становиться на ноги и радовались их успехам. К огромному сожалению, рано ушел из жизни Юра Арамбаев, первый муж старшей дочери Светы, оставив на руках молодой женщины двух маленьких сыновей Ефима и Сашу. После смерти зятя Мерхай и Мафрат взяли Свету с малышами в свой дом и воспитывали Ефима и Сашу как своих родных детей. Люди поражались стойкости Мафрата и ее умением сплотить семью вокруг себя и в радости, и в горе. В 1972 году под давлением мировой общественности началась репатриация евреев СССР в Израиль. Много бухарско-еврейских семей Узбекистана приготовилось к отъезду на историческую родину.
числе отъезжающих в Эрец-Исраэль была и семья Шоуля и Нисона. Мирхай и Мафрат без колебаний дали согласие на отъезд дочери, зная, что и они скоро уедут из бесправной человеконенавистнической страны. Советское государство обложило уезжающих граждан непосильными денежными налогами. Репатрианты обязаны были за бесценок продавать свои дома, если таковые имелись, уплатить государству за полученное образование и дипломы баснословные суммы. Многие евреи Самарканда не имели денег, чтобы выполнить драконовские условия репатриации. И тогда, отчаявшись, они шли за помощью к Мафрату. И она, вместе с Мирхаем, давала людям деньги, не думая о том, а получит ли она их когда-нибудь назад. Вскоре в Эрец-Исраэль уехали со своими семьями братья Мафрат, Даниэль, Миша, Авраш, Илюша, сестренка Мира. В 1979 году СССР ввел ограниченный контингент войск в Афганистан. Границы для выезда из страны наглухо закрылись. Но имея горький опыт в отношении к советской власти, Мирхай и Мафрат понимали, что будущего у их детей и внуков в Советском Союзе никогда не будет. Благодаря сохранившемуся семейному киноархиву мы можем увидеть последний пасхальный седер семьи Арабаевых в Самарканде. Мы можем снова увидеть и ощутить годы их прожитой жизни в Советском Союзе и вспомнить то далекое, непростое, но содержательное на события времени. И невзирая на материальное благополучие, которого семья Арабаевых достигла тяжелым трудом, Мафрат и Мирхай твердо решили покинуть СССР. И в 1985 году, благодаря деньгам и связям, они уехали из большевистской страны. Важную роль в эмиграции семьи Арабаевых сыграл всемирно известный любавический рабы Менахем Мендель Нельсон. Узнав от ладисбольского раба о многочисленной еврейской семье из Средней Азии, застрявшей в Италии, любавический раба стал гарантом и спонсором семьи Арабаевых и помог им эмигрировать в Америку. В Нью-Йорке дружная семья поселилась в Бруклине, и началось покорение Америки. Предприимчивые Мафрат и Мирхай открыли прибыльный ресторан Джонни Акейч,
What about people? We are New York. Сыновья Рафаэль и Борис начали удачно осваивать ювелирный бизнес. Нашли себя в Америке дочери Света с мужем Гавриэлем и Лену с супругом Мариком. Внуки Саша и Ефим стали достойными продолжателями талантливого предпринимательства семейства Рафаэля. Вскоре каждый член семьи осуществил свою американскую мечту, купил собственный дом и бизнес. Сабирхай и Мафрат волновали не только материальные ценности. По инициативе супруга семейством Арамбаева была куплена Сефартора и открыта синагога для бухарских евреев в Парапарке, где и по сей день религиозные службы проводит рабай Дарьё Шимон. Мафрат и Мирхай доказали, что и в 56 лет можно начать жизнь с белого листа и добиться настоящего успеха. За годы, прожитые в Америке, произошло много радостных событий. Поездки в Израиль и встречи с родными и близкими. Свадьбы, бриты, бормить свои.